Короче говоря, зря работала на пятерках. Я пришла со школы домой и пошла в свою комнату. Тут зашла мама. Пошла! Дома мама садит! Но, как всегда. Тогда садись, сразу делай. Нормально так, а покушать? Раньше сядешь, раньше встанешь. У меня испортилось настроение. Ты ощущись, как вся жизнь молодая пройдет мимо меня. А потом что? Я задумалась, ну бы стимул учить эти уроки. Тут никакого интереса. Я пошла к маме на кухню, она считала деньги. А ты такая хмурная, да? Стимула не учить. Вообще. Ну и что ты предлагаешь? А вот если бы мне платили за путевку, я бы отличницей стала. Ха! Прям как отличница? Ну, прям так, да. Мама почесала затылок и решила выплачивать мне по 100 рублей за каждую пятерку. Ну, конечно, деньги небольшие, но результат может быть. Ура! Так, все, мне нужно потянуться к учебе. Потому что я хочу купить iPhone XS. Я узнала про уроки и села их делать. Мне позвонила Лиска. Давай, пошли гулять. Ой, слушай, я не могу ее уроки делать. Тебе что, заняться нечем? Я деньги зарабатываю. И мало за пятерку свои платья будет. Ну, нифига себе. Все, мне нет. Я продолжила делать уроки. Спустя 3 часа я сделала русский фильм, упал ему по литературу. Фух, остался только один английский. Снова меня но на кухне приготовила ужин. Кася! Ты спишь, что ли? Ты теперь ужинай! Нет, я уроки делаю! Мама задумалась, открыла кошелек, потом закрыла. Вау! Мама, я нашла школу английского языка! Скай! Она онлайн! Кайф как? Я буду учиться дома! На занятия уже интернет не могу. Интересно! Это же круто! А еще все задания находятся на платформе, поэтому учебники и распечатки не нужны. А преподаватели какие? Опытные и незанудные. Можно выбрать русскоговорящего или носителя языка. А ты свой уровень английского знаешь? Но его можно проверить бесплатно и получить индивидуальную программу обучения. Да, по ссылке в описании. Их две. Проверь, какая подходит именно тебе. А по промокоду Рыжик вы можете получить 2 урока бесплатно. В подарок при первой оплате. Со школы я летела домой к ней с радостной новостью. Я выяснила пятерку. Мама радостно сидела на 100 рублей. Садись, обедай. Не вернулся, сначала урок. Мама удивилась. Я скоро по занятиям по английскому языку. А мне нравится, что скажешь English, да? Включил окон и начался урок. Класс! Я занятий прошел как красный. Я получила знания и отличное настроение. Я пошла перекусить на кухню. Мама наблюдала за мной. Я сделала все уроки и на следующий день получила уже 3 пятерки. Мама, у меня 3 пятерки! 3! Мама дала мне деньги. Я положила их в кошелек. Сделала все уроки, позанималась онлайн с репетитором по английскому. Выучила новые слова и подтянула скиллы. На следующий день я получила 4 пятерки и по английскому тоже. 4 пятерки! Молодец! Давай деньги. Мама дала мне деньги. Я положила их в кошелек, села за уроки. Мама на кухне начала нервничать. А ты чё, опять будешь репетитором заниматься? Да. А это что, так эффективно? Конечно. И совсем не скучно. Я в английском себе самая лучшая. На следующий день я пришла со школы. Ну, мама, коротко. Сколько вам сегодня получила? 5 пятерок. Просто? Ты зачем всё так напрягаешь, что? Ты сходи, это погуляй. Блядь, мама, мне нужно много денег. Маму, перейдем. На следующий день давай iPhone купить XS. А сколько он стоит? 130 тысяч. Ладно, я пошла. Мама посчитала свои денежки и закрыла кошелек. Оставила маму без гроша. Спустя месяц вся мамина зарплата перекочевала ко мне. Мама пила успокоительное и занимала у меня деньги в долг. Наконец мне это надоело. Мама, ты мне уже 10 тысяч должна. Мне на тебя скучаю уже какой дай. Давай скорее, мама, тебя пропал. Я уже скоро без труда останусь. Но я уже во вкус вошла. Не знаю, может тебе кредит взять. А чай я по-твоему отдавать буду? Но это же твои проблемы. Короче говоря, заработала на пятерках. Победитель, но самый активный участник моего инстаграма становится Полина Чемкаева. И я передаю тебе пламенный привет. Если ты хочешь получить от меня такой же приветик, то подписывайся на мой инстаграм и будь в нем самым активным. Всем удачи, до встречи в соцсетях. Пока!